Вітаю в ефірі, студія репортер. Я Віталій Хемій. Періодично в наших ефірах ми говоримо про розвиток і життя об'єднаних територіальних громад. Повертаємося до цієї теми, до того ж. Є привіт! У нас в гостях давній товариш Сергій Парпуланський голова Арцизької ТГ. Вітаю Добре. пана Сергію. Ми неодноразово зустрічались, коли Сергій очолював ще Арцизьку РДА. Начебто, нічого не змінилося по функціоналу. Чи змінилося? Ми узнаємо під час нашої розмови. Отже, говоримо про розвиток арциза об'єднаної громади. Сергій, сини виграли вибори. Пройшов деякий час. Які виклики стоять перед. Вам, вашу команду, если она есть, и в перед всей громадой. Короче В первую очередь перед нами как команда, стоял вызов по реорганизации всех сельских советов в столицейственных круга, поменять полностью структуру управления, потому что раньше это была администрация, отвечала за часть функции. был районный совет, как ну, такой условно законодательный орган районного, районного уровня. И были местные советы, которые отвечали за э, текущие вопросы жизнедеятельности сел и город. Сегодня это громада, э, кто, аппарат Громады, который отвечает в принципе, за все вопросы жизнедеятельности э, сел и города. Э, это поставило вызов э, относительно перед нами да, относительно структурирования этой работы, потому что для нас это новое. Новая в плане, новая организация. Помощи как таковой ждать ни от кого не приходилось, поэтому учились на своих же ошибках, изучали опыт других громад и выстраивали структуру управления так, чтобы это управление было максимально эффективно с нашей точки зрения и с точки зрения удобства для жителей громада. Зараз ми розуміємо, що після реформи децентралізації, реформи адміністративно-територіальної її так, арцис це не просто арциз, це навіть і не ацистський район, це окрема тема, трохи згодом. Повинен бути якийсь діалог з селами, які оточують арциз. Тепер відповідаєте, можна сказати, ви за їх життя. Але ну ви ж не можете бути одночасно і тут, і тут, і тут, і в основних селах як відбувається взаємодія, а, ну з керівним апаратом, як ще чи, чи можна так сказати, люди, які в там в сільрадах ще знаходяться, чи і сільрад вже немає, як це відбувається? Все сільські світи організовані в Старистінських кругах Старостами стали на 85% св'ять глави сільських світу, які знають свою роботу. Сегодня к качеству их работы больших вопросов пока нету. Все понимаем, первые три месяца занимались реорганизацией. Мы до сегодняшнего дня еще не ликвидировали некоторые коммунальные предприятия. Еще есть ну, моменты технические, которые нужно доделывать. Потому что ну, для обычных граждан ничего в принципе не поменялось с точки зрения управления глобально. А для нас это и поменять точки учета, и с баланса на баланс передать тельные объекты, это и заключить новые договора. Это, ну, и это все нужно делать своевременно, потому что можно оставить село без воды, потому что своевременно не заключен договор, может быть, там, с условно, да, и так далее. Сегодня староста отвечает за большинство вопросов жизнедеятельности населенного пункта имеет право выступать на сессии, является членом исполкома и доносит все проблемы, которые волнуют жителей села. Мы, как управленческий аппарат громады, имеем график выездного приема в селах и тоже общаемся с людьми, реагируем на вопросы жителей нашей громады. Мы создали горячую линию громады, по которой любой житель громады может обратиться и отслеживается качество Выполнение э, этого обращения, в случае, например, если нужно заменить там условно лампочку уличного освещения, соответствующий э, диспетчер звонит э, соответствующему главе коммунального предприятия, э, ставит э, задачу и контролирует ход выполнения этой задачи, э, как он, так и начальник отдела ЖКХ, либо профильный зал. А Вы, когда э, стали главой ОТГ, кинуть года, Першого питання в кінці року, будь-то громада, міська рада, парламент, це формування прийняття бюджету на наступний рік. Завжди гарячі спори в незалежності від кількості населення тої чи іншої адміністративної одиниці, тобто там Україна, там Одеса, Київ, Арцис, я так розумію, що ну бюджет був прийнятий, щось працює, система. Ті найбільш проблемні питання, ну, я так розумію, що школи, дітсадки, лікарня, все більш-менш функціонує. Але все ж таки ну, не буває, на жаль, за межами там, Одеси, такі без безпроблемних моментів. Сергію, відверто, розкажіть нам. Ну, Хоча з могу москві зараз формування цього бюджету, хоча з довжності голови адміністрації, да, тот період. Я уходил с ПДФО, условно, налога с доходов физических лиц по ППМ, это был размер 24 миллиона, и в неурожайный 2019 год был размер уплаты ППМ был 16 миллионов. Дотация, додатковая дотация, которая оплачивается датируется государственным бюджетом. Была в размере 18 миллионов, потом в 2020 году упала до 10 миллионов, на этот год в громаде дали всего миллион. Если просуммировать эти суммы, да, вот был доход с ПДФО до 4 миллиона по ПМ. Сегодня, на конец года 2020, этот размер составил всего 2 миллиона гривен. Дотация была я говорил 18, потом 10, сегодня это миллион гривен. То есть мы понимаем, с чем мы столкнулись уже при формировании бюджета. Да, потому что бюджет формируется с наших собственных доходов, с додатковой дотацией на содержание тех персонала и оплату коммунальных услуг, базовой субвенции, которая дается громадам, то есть эти и образовательные субвенции на зарплату учителей. Эти все суммы суммируются, и те доходы, которые в сумме есть, их не хватает для жизнедеятельности, в принципе, громады на сегодняшний день. И это такая ситуация в большинстве громад Одесской области. Плюс ко всему э -э, возмущает тот факт, что у нас, да, у нас были администрации э -э, в Одесской области успешно функционировали. Сегодня большинство администраций сократили, но функции этих администраций, да, передали э -э, в большинстве своем передали громадам что получилось? Например, на примере нашего Арктического района у нас создано три громады, и управленческий состав в этих трех громадах практически дублирует, ну, структура управленческого аппарата практически дублирует администрацию. То есть, по сути, в той или иной степени созданы три администрации по управленческому составу в этих громадах. Но если администрация финансировалась государственным бюджетом, то сегодня финансирование ГМАТ, управленческого, управленческого аппарата, это полностью местный бюджет. И мы понимаем, что большой процент денежных средств уходит, но мы не имеем права не создать СНАП, мы не имеем права не создать центр социальной допомоги, мы не имеем права не создать службу по правам детей. Мы не можем без юридического отдела, юридического потому что это же деятельность. Мы не можем без старост, они тоже на местном бюджете. Мы не можем без деловодов в и так далее, и так далее. И это все ложится на плечи аналогоплательщиков громады, что ну, подразумевает под собой сложности в финансировании всех тех процессов, которые обязывают нас государство ну, в жизнедеятельности нашей громады финансировать. Формируя бюджет до 2021 года, исходя из тех показателей, о которых я вам говорил, о недоста... недостаточном финансировании по дотации, недостаточным поступлением по э, аренде, аренде земельных участков э, и налога с доходов физических лиц. Э, мы понимали, что э, необходимо предпринимать какие-то действия. Э, и такими действиями, ну, как выну... вынужденными действиями были частичные сокращение, которые произошли у нас в Германии. Без этого мы бы пришли к тому, что через год-два мы бы просто не смогли финансировать те или иные социальные объекты, будь то садики или школы. К сожалению, сегодня эти объекты, ну, довольно-таки большая часть затрат, на, затрат, на затрат нашего бюджета. В целом образование почти 80% по расходам, это структура расходов занимает образование. Ну, ты считаешь, не, не будем, там еще, ну, на свете, на медицине, на лекарнях, Конечно, что, это. Просто вопрос немножко спорный с точки зрения вот именно на формирование бюджетов громад, так, потому все. что э, у нас размер додатковой дотации, который был распределен на Российскую громаду, был миллион гривен, а в соседней Тутагунарской громаде 12 миллионов гривен, а там, в Биляйской громаде 8 миллионов гривен. То есть условно непонятно, почему в одной громаде дают такое финансирование, в другой громаде дают финансирование немножко больше. Это не говорит, мы сейчас ведем идем речь не о социально-экономическом развитии, где можно отдавать какие-то приоритеты. Там, там строится школа, там строится амбулатория, поэтому там больше, условно. Мы говорим о обеспечении зарплат технического персонала и э, финансировании коммунальных услуг. учреждений больницы, школ, що uh, легло на плечі местных советов у 2016 году. Наші постійні глядачі, вони, які стежать за матеріалами з Одещини, стареньф Одесьчини, uh, пам'ятають, що Асиський район, зокрема Арцис, це таке місце в, на півдні регіону, де проблеми з питною водою. Багато років uh, вони багато років були проблемами вашого попередника. Сегодня все проблемы, пана Сергею Ващи. Как вы они? чьи крок вперед, чем можно пойти в воду споживать? У нас проблемы не только в городе Арцези, у нас проблемы в большинстве сел с обеспечением питьевой водой. На сегодняшний день у нас новый руководитель водоканала. Пока он очень справляется со своей работой, мы приобрели новый, новый эскаватор GCB для, для деятельности водоканала. Уже сегодня проводится по при взаимодействии с жителями э, проводятся ремонтные работы на водоканале, потому что условно стоимость одной улицы ремонта, э, вот у нас есть проектно-сметная документация, э, проектная стоимость миллион двести, от миллиона ну, двести, там миллион двести, миллион триста, точно цифру не помню, по своими силами это реально осуществить за 300-400 тысяч. И таким образом, имея технику, имея финансирование на необходимые материалы, мы можем постепенно выполнять эти работы. Сегодня водоканал Россиза столкнулся с тем, что в начале года поднялись тарифы на электроэнергию, поднялась минимальная заработная плата. И уже в первые месяце, несмотря на активную работу с долгами населения, стал вопрос о необходимости датирования жизнедеятельности водоканала. Пришли к выводу к тому, что необходимо срочно поднимать тарифы, иначе мы не просто не вытянем э, громады, потому что надо было датировать около 4 миллионов гривен только, только водоканал города Арциза. Э, необходимо было поднимать тарифы на 49% по, эконом, по экономическим показателям, мы подняли на 23%. Это, знаете, как все равно социально не очень правильно, но выхода не было, потому что государство подняло тарифы на электроэнергию. Это основополагающая как бы, в структуре затрата себестоимости часть бюджета водоканала. Мы создали новое коммунальное предприятие в селах, оно обеспечивает жизнедеятельность по благоустройству, обеспечению водой вывозу мусора населенные пункты села российской громады. Сейчас ликвидируем те предприятия, которые были созданы ранее в селах и оставили одно. И это предприятие будет заниматься в том числе водой и в селах. Некоторые села у нас очень проблемные, в том числе какие акциз, и мы тоже будем идти по, по примеру некоторых громад, будем ставить биветы в селах для очистки воды. То же самое в городе Арцизе. Мы уже автоматизировали один из имеющихся биветов для того, чтобы обеспечить и э, питьевой водой, и ночью людей для того, чтобы не содержать там человека. Также сейчас планируем, в, разрабатываем проектно сметную документацию для э, строительства бивета в городке в Арцизе-2 составляем план работ по то, что я сказал, по хос-способам поменять самые проблемные участки водопроводов. Потому что та проблема, которая у нас есть с червями, иногда с мутной водой, ну, зачастую, она связана в первую очередь с тем, с низким качеством подключения людей к воде, то есть колодцы загрязненные, вторичные какие-то подключения без счетчиков и так далее, кто это все рвет, это все потом закачивается в систему, когда насосы останавливаются, это все остается в системе, начинает у людей появляться в кранах, то есть это такая глобальная проблема. Нам сейчас занимаемся уже и колодцами, занимаемся и заменой частичных водопроводов, занимаемся люками новые устанавливаем, потому что практически эта работа не проводилась ставим счетчики максимально. Там те существующие, условно, у нас очень много, процентов точно не скажу, около 40% воды, которая уходит, то есть не доходит до потребителя, но хотя ее у нас закачана в систему. Условно, это часть, это те порывы, которые мы не видим, и часть – это подключение, незаконное подключение жителей, бизнеса и так далее. В этом направлении в том числе работаем. Уже три мойки, которые э, были выявлены, такие нарушения, были, заставили их э, установить счетчики, заплатить штрафы и так далее. И, в принципе, мы сегодня потихонечку видим, что экономика этого предприятия она восстанавливается. Э, еще одна проблема, которую мы выявили в «Водоканале», э, потому что огромное количество финансирования, которое уходило на сам «Водоканал», оно не, поз не позволяло получить качество этой воды, да, там проводить ремонтные работы. Мы начали разбираться, оказывается, э, уровень уплаты то есть за 2020 20 год предприятие заплатило 950 тысяч НДС. То есть это те деньги, которые э, часть этих денег, которая могла бы пойти на развитие э, водопроводной сети. Для этого необходимо было те объекты, которые ремонтировались городским советом, там тот же резервуар и так далее, дать возможность водоканалу это делать, либо самим заказывать строительные работы подрядчика, либо самим это делать. И тогда они могли бы компенсировать часть НДС. А так получается, что городской совет выполнял все работы, проводил через себя, а водоканал нес, дополнительно, платил за это НДС, и водоканал не, не проведя этих строительных работ, платил по обязательствам свой НДС. Получается, что очень неэкономное использование бюджетных средств, в том числе и по другим предприятиям такое же, такое же было. У нас практически все коммунальные предприятия, большинство в своем, работали без, при приобретении без НДС. То есть они по, сути, по своей сути транжирили большую часть Своєго бюджету на оплату налога з Адеса. Наші глядачі, які в такій такі вікової категорії там 50, 60, більш пам'ятають Арцис, як таку військову базу. Не можна запитати у вас про долю військового аеродрому. Ми неодноразово бували. Я скажу, що на аеродромі було на території, де колись був розміщений такий солідний аеродром. Що зараз, пане Сергій, 2021 рік. Там, як і раніше, пасовоща, дрифтеры? Да, ничего не поменялось. К сожалению, те обещания, которые были, давались и министрам обороны, и теми генералами, которые приезжали, э, осматривали воинский аэродром. Э, даже документы были подготовлены от правильной Минобороны. То есть мы передали и э, то имеющееся имущество, которое осталось военным для того, чтобы все-таки продвинуть этот скажем, мертвый груз, который у нас есть на сегодняшний день, с мертвой точки, потому что для нас аэродром мог бы стать толчком в экономическом развитии при наличии военных. К сожалению, пока все остается на своих местах, подвижек в этом вопросе нет, желания что-либо делать нет у военных, к сожалению. Надеюсь, что все-таки обратят на это внимание, потому что Бессарабия на сегодняшний день, она, ну, к сожалению, не защищена. То это сожалению... не защищена территория, наверное, да. Как и раньше, такие, каждый, каждый может заехать, что-то там делать, что, еще что Да, да, к сожалению. Это так. Да, к сожалению, это так, там нечего, в принципе, охранять на сегодняшний день. Взлетка, та, которая на сегодняшний день есть, и постепенно ну, порушится, она ее конечно, бессмысленно, фундаментальное строение глубиной практически метр хорошего бетона, который не переработаешь. Надеемся, что все-таки военные на это обратят внимание. Еще остальное пытание, хотел его он и дождь, я так разумею, завершается актуальным. А влітку минулого року ви, ну скажу, очолювали протест за зберігання Арцизького району. На даний момент цей протест ми знаємо, що він не закінчився а успіхом сім районів. Арцизького немає. Але періодично читаючи вашу сторінку в Фейсбуці, бачу, що ви там поінформуєте о судових рішеннях. Тобто, ви не покинули цю справу це і, і, і далі воно так. на порядку денному для вас? Для нас это не просто на порядку ДНР, это очень важно для нас. Уже сегодня мы, по сути, потеряли только с администрацией 82 сотрудника, которые были на финансировании государственного бюджета и приносили в город около 7 миллионов гривен своих зарплат, которые оставались в наших магазинах, торговых точках и так далее есть это те деньги, которые сегодня уже не допоступают в нашу герману. Я не говорю уже о налогах с этих денег. Сегодня уже стоит, в стоит вопрос с судом. Уже частично сокращен аппарат нашей полиции. И как нам рассказывали наши критики о том, что ничего не изменится, очень многое что для людей поменялось. Для нас крайне важно не просто лицейский район, да? крайне важно восстановить справедливость. Потому что мы считаем, что крайне несправедливо было размещать центр Громады. Я не против Болгарского района, ну, именно как Болгада. Болгар, Болгард исторический э, центр, да, но с точки зрения размещения центра э, укрупненного района, он не подходит э, и с точки зрения наличия тех или иных, вот даже вот Возьмем суд. Да? Наш суд 1200 квадратных метров отремонтированных, а болгарский районный суд 400 квадратных метров. Да? И так по всем организациям. У нас центральная больница отремонтированная базовая, в Болгарии ее нет. У нас железная дорога, Болгарии станция, но в Болгарии ее нет. Мы центр, мы центр географический, они нет. Это несправедливо, то, что было сделано государством. И это несправедливо для людей. А, сегодня тарутинцы по необходимости вот, ездят, ездят в Болград за 170 километров от жителей села Лесного. Это не географический ну, центр, да? Ну, там зараз, мы знаем, что это рута нарцисс, ну, дорогой, там, 20-25 минут. Если раньше это было, там, година, то зараз же... Я Там вот Автобан. Навстречу, я на встречу последний раз, когда я ехал в Болгад, я с Арциза ехал с Арциза, который, в принципе, ближе к Болгаду, чем Тарутина, да, ехал полтора часа. Ну, о чем можем говорить? О какой доступности. И для нас это несправедливо. Мы надеемся на Конституционный суд. К сожалению, сегодня в Конституционном суде происходят вот те вещи, которые происходят, да. И те обращения депутатов, 49 депутатов, которые обратились об отмене этого постановления, это обращение еще не рассмотрено. Верховный суд трое, трое судей против двоих проголосовали за на то, чтобы это дело рассматривалось в Конституционном суде, то, что это не их компетенция. Хотя двое судей аргументированно дали свою аргументацию, что, аргументированно ответили, что на самом деле это компетенция, и мы считаем, что это Компетенція Верховного суда, тому що це постановлення, ніяк не законодательний акт, і воно довело бути розсмотрено в Верховного Суді. Дякую, Сергію. Така змістовна жорстка розмова. Ну, як завжди, крем, коли ми говоримо про розвиток і проблематику новостворених громад, обов'язково будемо стежити за арцізом. Ну, все ж таки. не очень дальний для нас район, близкий. А с всеми показниками успехи вам, вашей Спасибо. команде, вашим коллегам. Войско в травне мы, наша снимальная группа, здійснить відрядження робоче на Арцищину. Сподіваємося на співробітництво. Пане Сергію. Спасибо. Успехи вам. Залишайтесь на канале «Репортер». С вами был Виталий Хеми До наступных встреч в эфире.